Приехала я поступать в университет из далекой Молдавии. Молдавская. Ничего себе. Молдавская диаспора какая у нас сильная. Диаспора большая, Аркадий Макарович. Прозевала. Так случилось. Молдаванка прозевала еще. Конечно, у меня мечты были не филологи, лингвистика, психология, но когда я тут походила, я поняла, что туда я не поступлю, а вот моей математики и что-то такое хватит для географического факультета. Тоже интересно, что такое. Ой, но в коридорах на 18 этаже, там школа юнг с какими-то тетрадями, там спектрами, ну все, здесь не поступлю. Ну, первые годы такие не поступила, но потом, насколько мне понравился университет, вот этот особый город на вершине на Москвы, на холмах, на вершине одного из холмов. И, в общем, уже все, ничего другого не оставалось, только сюда. Ну, и вот годы учебы в университете, вот детство, юность и университет, это, я считаю, самый счастливый, самой беззаботной такой, ну, частью моей жизни. Но потом, конечно, трудно, бывало трудно, да. Ну, я распределилась в Ленинград, в Министерство центральных ресурсов военного учета, когда представляли разные карты, ну, очень хорошая организация, город, все, ну, как-то мне вот зашла в Москву, отработала, вот, и приехала в Москву, просто вот как-то так строится, не знаю как. Ну, как уже говорили предыдущие товарищи, вот свойство образования в университете, это то, что везде можно приспособиться. И меня везде брали, вот только у меня было то, что прописки у меня не было, а так работать я могла везде. Я тоже работала там, в лаборатории туризма, составляла туристические карты, потом в институте географии какое-то время. Тяжелое ходе перестройки, пришлось освоить и банковское дело, чтобы, так сказать, делать. Насчет того, полностью ли я реализовалась, считаю, что не полностью. Ну, не знаю, как, успею ли я еще реализоваться. А собственно, реализовалась вот как мать. На 100%, я думаю, потому что мне пришлось много сил вложить в воспитание своей дочери, и как-то я этому много посвятила времени и сил. Ну, вот в последнее время я увлеклась живописью. И все это даже, ну, делала некоторые успехи, но вот надеюсь продолжать. Хотя все-таки, если бы это было раньше, но я не знала, что во мне присутствует такой талант. Только на кафедре фотографии могла частично. Там карты, все такое. Вот поэтому я пошла на кафедру фотографии, потому что я знала, что это я смогу делать. Вот. Ну, очень рада, конечно, что есть возможность, ну, что такие все хорошие, интересные люди были в университете. Преподаватели, студенты, я даже не знаю, если бы я, наверное, я же попала в другой вуз, не их. Ну, надо мне было где-то побыть, не хотелось возвращаться. Сейчас еще не пройдет. Так я сейчас не делаю. Не сбивайте, Давайте мы. Ребята, я сейчас не просто. Я хочу вас.
встретиться, поговорить, не то, что тебя поймут. Вот друзья юности, они не забываются. Это встретились через 40 лет, как будто вчера расстались. Тут же находятся общие темы, разговоры и прочее, прочее. Ну, за вас желаю всем здоровья хорошего, хорошего здоровья, интересных событий в жизни, реализации в будущем. Какие наши гости? В общем, всех люблю. Юрий. Браво. Мы тебя любим.